Здравствуйте! В эфире «Импульс Севера». Продолжаем обзор событий. Чат-бот главы как место оперативного решения проблем. Одна из последних жалоб касается безопасности дорожного движения. Новоуренгоец написал, цитирую, «Очень прошу оперативно решить ситуацию со светофором на проспекте Губкина в районе остановок Петуха. Кнопки не срабатывают, светофоры включаются и выключаются. Вне зависимости от нажатия этих кнопок, а ждать приходится, ну, очень долго. И ладно, если на улице минус 30-40, ну, когда больше, и это просто ужас». В департаменте строительства и ЖКК нам пояснили, что кнопка действительно не работала. Специалисты выехали на место. Это переход между 26-м и 28-м домами по Губкина. Они поставили светофор в автоматический режим, и сейчас механический регулировщик сам переключается с красного на зеленый. Кнопку переключения для пешеходов починят. Планируется, что ремонт будет на следующей неделе. И в продолжение темы обращений. Снег идет и становится поводом также для жалоб. В соцсетях в топе не только заснеженные тротуары, еще одну проблему подняли собаководы. Они недовольны тем, что после затяжных морозов и обильных снегопадов площадки для выгула расчистили не так оперативно, как им хотелось. В профильном департаменте нам прокомментировали ситуацию так. В приоритете у подрядчиков всегда были и будут социальные объекты. Прежде всего необходимо освободить от сугробов территории возле больницы и поликлиник, школы, детских садов. А уж потом в работу берутся другие городские объекты. Добавлю, что площадки уже расчищены, но снежная тема будет актуальна всю зиму, и милости от природы нам, северянам, ждать пока не приходится. Склад мусора или ответственное обращение с отходами. Новоуренгойцы запечатлели штабель картонных коробок рядом с детским садом «Руслан» и разразились справедливым негодованием. Мы выяснили, откуда этот склад появился. Оказалось, таким образом дворники подошли к разделению отходов. Они отсортировали картон и временно его сложили у забора, и сегодня его уже вывезли в пункт сбора вторсырья. Сортировка мусора – шаг к экологии. Кстати, у нас в городе есть дворы, где инициативные горожане установили баки для раздельного сбора отходов. В одном из своих выпусков мы уже рассказывали об Александре Межареве, который выиграл грант на приобретение контейнеров. Активист установил их во дворе дома 21 на проспекте Губкина, и теперь картон, жестянки и пластик жильцы складывают отдельно. Так что все в наших руках. И теперь про здоровье. В женской консультации пополнения в поликлинику доставили два современных премиальных аппарата УЗИ. Эта техника была создана именно для акушерства и гинекологии. Теперь будущие мамы смогут увидеть лицо плода в цветном 3D-изображении, что поможет исключить пороки. Также аппараты помогают провести более углубленные исследования различных патологий и болезней. Если раньше нам были недоступны более, как бы, такой более выраженный кровоток, то сейчас мы его можем просмотреть и диагностировать. Также в режиме сердца, да, мы четко видим все структуры, они нам доступны. Тем самым мы удовлетворяемся, что мы исследования провели более углубленно. В данном сканере заложена база, основанная на интеллекте. То есть это база, которая основана на картинках сканера, плюс были выполнены у этих изображений, были выполнены гистологические заключения. И вся эта вот база, большая мировая, она внесена в нем. И когда доктор будет смотреть, например, УЗИ молочной железы делать, то этот аппарат автоматически будет определять патологический объект сам, сверять его с этой базой, которая в нем существует, и выдавать свои такие параметры, которые доктор может оценить, уже более-менее так усилившись. Магазин «Дон Жуан» – это стильное решение настоящих мужчин для повседневных образов и особых случаев. Мы предлагаем большой выбор одежды от зарубежных и российских брендов на любой вкус и по доступным ценам. Костюмы, сорочки, галстуки, пальто и аксессуары. Наши коллекции отвечают не только требованиям моды и современного стиля, но и стандартам качества. Ассортимент регулярно расширяется и обновляется в зависимости от пожеланий клиентов. Ждем вас. Микрорайон Мирный, 72. Магазин «Дон Жуан». Мошенники и фейкоделы устроили на этой неделе ямальцам настоящую проверку бдительности. В мессенджерах гуляет история про обожженного мальчика, на лечение которого якобы собирают деньги.
А еще народ кошмарит записью телефонного разговора, где неизвестная уговаривает ребенка открыть газовые конфорки. Криминальный ликбез для вас проведет Роман Рыховский. Ром, тебе слово. Привет, Паша, здравствуйте. Атака хакеров на Telegram. Сразу несколько моих коллег и знакомых были взломаны. Узнали они об этом, когда с их телеги всем начали сыпаться просьбы о пожертвованиях с пометкой «Срочно». Это, видимо, чтобы получателю сообщения было некогда подумать. Ну а легенда у мошенников такая. Мальчик Глеб с ожогами третьей степени лежит в реанимации. И фото ребенка в бинтах. Будьте бдительны. Перед тем, как перечислить деньги по ссылке, выключите сердце, включите голову и позвоните человеку, от которого вы получили сообщение. Теперь про фейк, который гуляет по мессенджерам ямальцев. Это аудиозапись. Какая-то женщина якобы звонит детям, представляется работником газовой службы и просит ребенка открыть газовые конфорки. Из официальных источников мы узнали, газовый фейк уже с душком. Он гуляет в интернете с 2018 года. Причем вначале запись разошлась по соцсетям в Казахстане и только потом в России. Повода для паники нет, но поговорите со своими детьми и напомните о правилах безопасности. Во-первых, не стоит отвечать тем, кто звонит с незнакомых номеров. Во-вторых, расскажите им о безопасном использовании газовой плиты. Скажи, что звонят газовой службы, пусть возьмут телефон. Хорошо, сейчас я позвоню маме. Нет, не надо, подожди, маме звонить не надо. Ты сейчас дома находишься? Да. Дома, подойди на кухню. Я уже на кухне. Все, хорошо. Ты видишь плиту, да? Видишь плиту? Да. Да. Теперь возьми, как зажигают газ, ты знаешь, да? Открой все вот эти колонки, мы проверяем газ. Просто открой, чтобы оно было. В Новом Уренгое в суд ушло дело мужчины, которого обвиняют в убийстве квартиранта. Все произошло по пьянке, что меня, впрочем, уже не удивляет. Тяжкие и особо тяжкие преступления, которые попадают в нашу криминальную сводку, обычно и совершаются в таком состоянии. По данным следствия, 15 октября 2022 года в городе Новоуренгой 64-летний мужчина в ходе распития алкогольных напитков нанес удар ножом в область грудной клетки своему квартиранту. Потерпевший 1981 года рождения скончался на месте происшествия. Обвиняемый оперативно задержан сотрудниками полиции. Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений против личности. В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Ямальского педофила суд приговорил к 21 году за решеткой. Страшная подробность преступления. Жертвой была дочь осужденного. Он надругался над ребенком с 2021 по 2022 год. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления против личности. Как показала экспертиза, педофил прекрасно осознавал свои действия. Отбывать срок он будет в колонии особого режима. На Ямале раскрыли очередное мошенничество. Причем разводил северян на деньги житель Самары. На него вышли сотрудники уголовного розыска из Ноябрьска. Потерпевший обратился в полицию еще в октябре 2021 года. Он рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже акустических колонок. Написал продавцу, поговорил с ним и перевел 25 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь. Несуществующий товар по предоплате предлагал ранее судимый 31-летний самарец. На допросе он сознался в преступлении. Продавал в рамках системы. На каком сайте? Сайт Авито. Денежные средства куда дели? Денежные средства потратил на личные нужды. Садей нам раскаиваетесь? Да, раскаиваюсь. Вину свою признаете? Еще один ямальский ребенок пострадал на скалодроме. ЧП случилось 17 января в Губкинском. После того, как девочка упала с высоты, заведено уголовное дело. Как выяснилось, занятия в спортшколе «Арктика» проходили без страховки. 11-летняя спортсменка не удержалась и упала с высоты на пол. Итог – множественные травмы. Ребенка отвезли в больницу. Как рассказали нам в следкоме, вред здоровью девочки оценивается как тяжкий. Покалечилась она серьезно.
Я напомню, похожий случай был в ноябре прошлого года в Муравленко. Там на скалодроме мальчик упал с высоты на 8-летнюю девочку, которая пострадала. С ушибами она попала в больницу. Вторые сутки подряд на Ямале пешеходы получают травмы в ДТП. Накануне житель Тарко-Сале угодил под колеса после того, как вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода. Он попал в больницу. Всего за сутки в округе зарегистрировано 25 аварий с одним пострадавшим. А с начала года в сводки попали уже 224 ДТП. Пострадали 5 человек, погибших нет. У меня на этом все. Информацию о преступлениях и происшествиях ищите в социальных сетях «Импульса Севера». Следите за собой и будьте осторожны. Паша? Спасибо, Роман. Продолжу темы безопасности на дорогах. В ГИБДД Ямала заработал чат-бот, куда можно сообщать о пьяных водителях. Мера, рассказали нам правоохранители, призвана повысить безопасность дорожного движения, а точнее снизить число ДТП по вине нетрезвых участников. В чат-бот ДПС Ямал вы можете написать анонимно и рассказать о тех, кто ведет себя на дороге неадекватно. При этом надо указать свой город или район, улицу, марку машины, ее номер и направление движения подозрительного авто. Сообщение оперативно поступит в госавтоинспекцию, водителя найдут и проверят. Как уточняют правоохранители, в бот, название которого вы видите на экране, принимают только информацию о нетрезвых водителей. Для заявлений, обращений и запросов у ведомства есть другие ресурсы. Один из них – официальный сайт ГИБДД. Пожелания дачников воплотятся в жизнь. В этом году начинается строительство кольцевой дороги в северной части. Об этом глава города Андрей Воронов написал в своем канале в Телеграм. Новый Уренгой прирастает в том числе частной застройкой, и нужно обеспечить транспортную доступность дачных товариществ. Проект готов, финансирование получено. Объем работ большой, его разделили на 3 этапа. Сначала построят участок от газовика до Удачи, потом свяжут западную объездную и ДНТ «Сатурн». Третий этап замкнет транспортное кольцо. Дорога будет со всей необходимой инфраструктурой, освещением, тротуарами, велодорожками. января православные христиане отмечают один из древнейших праздников – Крещение Господне. Ночью во всех храмах страны прошли божественные литургии и крестный ход к Иорданям. Всего в округе оборудованы 33 купели, две в Новом Уренгое – мужская и женская. Сотни верующих уже окунулись в прорубь и продолжают приходить к реке Седеяха. Купание в проруби не является церковным обрядом, хотя многие верят, что так можно очиститься. Продолжение темы в сюжете. Крещение Господне или Богоявление – один из главных христианских праздников, который отмечается 19 января. Всю ночь в храмах проходило богослужение, затем состоялся крестный ход к Иордане и чин освящения воды Седеяхи. Во Иордане крещающийся тебе, Господи! Верующие окунулись в освященную прорубь. Для безопасности и удобства оборудованы две купели – мужская и женская. Для комфорта установлены теплые палатки, где можно переодеться. По просьбе горожан в этом году мужская гораздо больше. Несмотря на низкую температуру, православные продолжали приходить к реке и днем. И пусть этот обряд церковным не считается, но для многих он стал ежегодной важной традицией. Сам я уже не первый раз купаюсь. Очень себя хорошо чувствую после проруби. Скажем так, Господне благословение сходит всегда. Я для себя говорю, что я очищаюсь таким образом. От всего недоброго, от всего нехорошего. А еще даже можно сказать, омолаживаюсь. Я всегда каждый год хожу, 19 числа обязательно это. Но это очищение вообще от всего, я не знаю, от всего плохого, от всего грешного, от всего. Очищение это и есть, почему и называется праздник крещения. Хоть для многих верующих это неотъемлемая часть празднования крещения, некоторым не стоит заходить в ледяную воду. Особенно это касается тех, у кого хронические заболевания. Есть определенные категории людей, кому, в принципе, противопоказано подобные экстремальные мероприятия. Это, в первую очередь, лица сердечно-сосудистой патологии, то есть такой достаточно серьезный, у кого в анамнезе уже был перенесенный инфаркт миокарда, да, допустим, или инсульт перенесенный. Это все может очень печально, в принципе, на здоровье сказаться.
процесса. К этому нужно подойти с определенной долей, так скажем, уверенности, что ты делаешь, знаешь, что ты делаешь. Не стоит рисковать и людям с ОРВИ. Температура воды подо льдом в это время года приблизительно плюс 4 градуса. Если решили окунуться, желательно готовиться к этому. Закалить организм поможет каждодневный контрастный душ. Так, ну что, я уже переоделась, готова окунаться. На улице свежо, кстати, вроде бы минус 29 градусов, а по ощущениям все минус 40. Я впервые буду окунаться вот при такой температуре, надеюсь, все будет хорошо. Если станет плохо, на помощь придут врачи. Экстренные службы дежурят весь день. Желающие окунуться могут сделать это до позднего вечера. Ощущения непередаваемые. Честно, мне было в этом году немного тяжеловато, но оно того стоило. А вообще, окунаться или не окунаться, решать лично вам. Но перед этим желательно проверить свое здоровье, проконсультироваться с врачом и как следует подготовиться. Мария Бохова, Виктор Ятленко, информационное агентство «Импульс Севера». А те, кто боится холода, сегодня посещали теплую купель. Ее организовали новоуренгойские предприниматели. Вода в специальной емкости подогревается, ее осветили. По словам организаторов, ежегодно более сотни людей выбирают для себя комфорт, а не экстрим в проруби. И для здоровья это безопаснее. Не каждый готов лезть в холодную воду, а возможность соприкоснуться с нечто сакральным, да, с такой традицией, которая у нас преобладает, есть возможность, да, сделать это в приятных условиях, это очень здорово. Священнослужители напоминают, погружение в Иордань – не обязательная часть праздника Богоявления, просто дань традиции. С церковным каноном это не имеет ничего общего. Традиция это даже не имеет ничего общего с благочестивым погружением в реку Иордан, потому что там температура воды она довольно-таки комфортная. У нас же это, ну, можно назвать экстремальными климатическими условиями. Поэтому нет, это не канон, это традиция, причем такая, как на общецерковном уровне, она довольно-таки новая, потому что до революции это было распространено лишь локально и для некоторых людей. Вот. Но вот в 90-е так вот эта традиция у нас начала появляться, и сейчас уже очень твердо укрепилась. Многие люди в крещенскую ночь, в день самого крещения, приступают, погружаются. Вот. Необходимо понимать, что во время этого погружения грехи не смываются, не прощаются. Это не является чем-то обязательным, каким-то моментом проверки человека на веру, на его религиозную стойкость. К этому это не имеет никакого отношения. Это просто такая традиция. В год знаний на Ямале будет усилена работа в образовании коренных народов. Для обеспечения дошкольников при 5 школах-интернатах работают подготовительные группы для 74 детей. Это часть обновленной дорожной карты поддержки тундровиков. Ямал активно развивается во всех направлениях. Необходимо, чтобы это сочеталось с гармоничным развитием коренных народов, хранителей этой земли, отметил губернатор Дмитрий Артюхов. Региональная власть опирается прежде всего на запрос самих тундровиков. Изменения ждут практически все сферы, касающиеся развития малочисленных народов Севера. В России стартовал федеральный проект «Гений места». Его цель – формирование современной инфраструктуры для развития креативной экономики регионов. Проекты Новоуренгойской библиотеки «Новая смена» попали в число победителей. И теперь специалисты интеллектуального центра готовят ресурсное пространство для единомышленников. Смотрим сюжет. Гений места. Это выражение стало мейнстримом еще в 20 веке благодаря одноименной книге Петра Вайля. Сейчас же это название всероссийского проекта, в котором приняла участие и наша библиотека. В обновленной трактовке «Гений места» – это человек, который ищет знания, ресурсы, единомышленников и площадку, чтобы реализовывать свой творческий проект. Найти все это можно в библиотеке. Проект «Гений места» – это федеральный проект Министерства культуры Российской Федерации, где модельные библиотеки становятся точками концентрации талантов и реализуют, так скажем, креативную индустрию региона.
В библиотеке, на базе которой создан ресурсный центр, уже есть условия для того, чтобы молодежь могла воплотить свои идеи в прекрасные проекты, такие, которые будут продвигать наш регион в масштабах страны. Здесь гений места может проработать свои задумки, найти специализированную литературу и получить новые знания. Будет в этом году реализовываться целых три проекта в рамках реализации «Гений места», один из которых – это медиа-студия «Что здесь происходит». То есть будут такие различные рубрики, будем рассказывать то, чем занимаемся, что такое модельная библиотека и почему это важно и нужно нашим жителям города. В рамках данного проекта у меня реализуется свой проект, который называется «Вспышка». Это определенное фотопространство в библиотеке, где будут освещаться книжные новинки, организации фотозон. Планируется создать фотосообщество для творческих, креативных и увлеченных фотографий детей. А какой проект вы реализуете в рамках проекта «Гений места»? В рамках проекта «Гений места» я реализую проект «Культурная комьюнити. Новая смена». Это место, это проект, где молодежь развивает свои творческие способности и участвует в крутых современных мероприятиях. Проект обещает быть насыщенным, только набирает обороты, ну а дальше посмотрим, что из этого получится. Василиса Синегина, Виктор Ятленко, информационное агентство «Импульс Севера». И еще одна информация. В Новом Уренгое работает выставка-продажа меховых изделий «Ангелина Сэм». Фабрика представляет больше 3000 моделей на любой вкус и кошелек. Модную шубу из норки, мутона, соболя, каракули и острогана сможет подобрать даже самая взыскательная покупательница. Действует приятная система скидок. Выставка работает в Солнечном на 3-м этаже до 22 января. Мода в шубе женщина всегда будет выглядеть максимально роскошно. Такой элегантный наряд не только согреет свою обладательницу, но и подчеркнет ее статус и вкус. Стильно утеплиться к морозам и сделать себе меховой подарок можно на крупнейшей меховой выставке «Ангелина Сэм». «Ангелина Сэм» приезжает в Новый Уренгой не в первый раз. В 2023 году мы решили вас порадовать моделями из норки, соболя, куницы, каракуля. У нас очень много цветных моделей, комбинированных моделей. На одной площадке вы найдете более 3000 изделий. Богатый ассортимент меха премиум-класса. Широкий размерный ряд, любимые обновленные модели. И приятные цены от производителя. Здесь следят не только за тенденциями в фасонах и расцветках, но и за технологиями производства и обработки меха. Все шубы сертифицированы и соответствуют высоким европейским стандартам. Гарантия на каждую 2 года. Также у нас действуют скидки до 70% и акция «Обмен старое новое изделие» у нас осталась. Мы до сих пор радуем вас этими скидками. Вы приносите свою шубку, мы ее оцениваем от 10 тысяч до 50 тысяч. Итак, только до 22 января можно купить теплую, мягкую, уютную шубку со скидкой. Также забрать ее вы можете уже сейчас, но оплатить потом. Действует рассрочка на 36 месяцев без первоначального взноса и переплат. Шубы от меховой фабрики «Ангелины Сэм» вы найдете в торговом центре «Солнечный» на 3-м этаже. Это были ключевые события дня. Всего доброго и до встречи в эфире.